سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنت فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وظلي لديكم وعيزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقاصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا جيل ما كان لو جيب خاص بس قبول بس عند زيارات الكل اللهم آمين الله يشتاق زوجي ما بخون فدرة أي آمين الوقت وقت إنه سهل بعض الوقت ده وقت الله يرزقك الله يشتاق قبول بس بارك الله بارك الله آمين مسلم جابات شو بعض لعود سنت شكرا بس بس سيرات Selamu aleyküm cemaat. İnu kimalı bir kovkanla vrek uçlu cemaat. Betu haber kalladı ki istiho civzerat idokku. İstil o adam tisim maştikili Allah şura kokoru itoltu okollu okollu. Har hekaşti makamadın allo civka kabul bisondo civzerat. Allah işte kizam aleyde bağlı okudu. Şur okudu. Dünya tırıklı halal harda çıktı.
Allah istiyor hançer, imanı tıkıran mutlulu or hançer, sağ olup kudu, hince duru bu kumşu bu kulak ila kulak kumunlar. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايب بنا يا كرام ومن ذكرهم أون سنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنت فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايب بنا يا كرام ومن ذكرهم أون سنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وظلي لديكم وعيزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقاصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايب بنا يا كرام ومن ذكرهم أون سنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي ولحسن ظني به قربتي بربي وحاسبي به يا غلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله
мусульмане, приветствую вас всех, такой радостный маджлис, который открывает Дом Аллаха. Это для нас очень большой радость, для мусульман, потому что этот Дом Аллаха, она будет управлять нас в этой жизни и после жизни. Потому что кто приходит в мечеть, кто делает ибадат, вот этот ибадат будет у нас самим нам очень важным на завтрашний день. И потому это мир, это же нам надо ихвал. Вот это нашей жизни ихвал тоже будет зависеть от чисто сердечного ибадата. Мы очень хорошо знаем, как мы делаем намаз дома, а как мы делаем намаз в мечети. Очень большая разница. Потому что дома играет шайтан в сердце, а в мечети внимание на имама и всего отвлекали много. Поэтому это радость для нас. Дай, чтобы ваши зияраты были кабул. Чтобы эти наши зияраты были поводом, чтобы наши грехи помыло Всевышний Аллах. Дай Аллах, чтобы сделал кто-нибудь наших мусульманов, садатха, чтобы строить эту мечеть. Пусть Аллах кабул делает в этом мире и в том мире. Я еще раз приветствую, братья. А там мы пришли именно ради Аллаха. Это нет, который риа делает амаль. Нет здесь показухи. Потому что такие амали есть, которые невозможно делать показухи. Пусть это наш зиарат будет иско лилляхи та'аля. Хриады наши отцов. Аллах ради Чагин, Дараджа, Адиан Хабадин, Мунаучу Яси, Салабахи Батагин, Нужен Али Мачкинди, Али Чейг, Али Сараху Сигин, Аллах спичен Мунаучу Рун, Ничем Хизанки Малазде, Бецико, Мунаучу Рун, Али Чайчин, Накин Сулежу Батагин. Нихтаде Рачана Механ, Мунаучу Рун, Рохали Дяцки, Али Мангун, Ничем Хизан Али Гирун, Коп Батагин. Аллах Аллах ничего шкулуга, амал джиз, куда когда бетин хамиза Аллах спал шкулуга. Аллах шкулуга. Анжесу Аллуга, иман лугиш чим Аллах шли, все ашкулу матавиза. Анжес нике цахабле че адса, машкибале че адса, машкибал чухана. Анжес хуталару шир, джаматас, Шивакои шуба ужда хаппазе кола. Шайкира же ниц жаме лачи чоне хаппихула. Ниц седа беразда пихуларо, хэмбортураро, хуми одор коларо. Амма хаппихула. Ниц седа антит адапуго. Добуго арас. Добуго ацот садуле джу акрасата. Акрасата ечо. Красата букула. Рухали кэта цонок агуцун. جماعت کنه کراسات هم کنه بگوه کرده اون کنه کراسات و مقصون جماعت کنه هلیه کنه هر بان کنه جا هر برسی کنه جا اما الله از اون نگیم میشه در کنه اونو مشکی کن میشه دیم سیما هر بان کنه برسی دیمون جاگه کنه بخواد سو چی گوه کنه کی گوه چی گوه کنه این خدی نشود صلی الله علیه و سلم این خد اما خیلی دورم از قرآن بجرد نکازه قرآنی چه نیچ خواستن همی دکی نیچه بالا حرف رو بگو گرده بود هم رو گرده بود کت اول به عرب با هشتو خدمت هم را چی هسته بالا هم با هم قیام هسته کلا کلا رو بودن نشود جا هم چی که الله هسته چه Allah Allah, alayhi salatu wassalam, alayhi ashabu nukum. Hadis bu kusur dahil khawatir, man sabrah al-hafi. Şimdi bu nani diyar,
Allah,
عمارة المسجد الحرام كم آمن بي
конце 19 века наша умма попала в упадок, и, к сожалению, мы помним времена, когда были закрыты мечети, были истреблены ученые. Но, дорогие братья, мы сожалеем об этом, но мы должны знать, причиной всего этого были мы сами. Причиной этого всего были мы сами. Не просто так Аллах Субханаху ва Тааля допустил, что были истреблены столько ученых, было разрушено, закрыто столько мечетей. Это все было по нашей причине. В биографии имама Абу Бакра аль-Кафаль Кабир Чаши упоминается, что византийский император Никифор написал халифу, аббасидскому халифу, письмо в форме стихов. Ихни поэты написали именно на арабском очень красноречивое письмо, которое ввергло мусульман в уныние. Но в этом письме византийцы, а это было после больших побед византийцев, когда они завоевывали многие мусульманские города, села, истребляли, резали людей, рубили головы, потом катапультами метали эти головы в наших крепостях. И он так высокомерно, горделиво говорит: видите, как мы победили, но, машаллах, Аллах Субханаху ва Тааля заставил этого неверующего человека сказать истину. Он говорит: это все потому, что вы оставили вашу религию. Видите, Аллах нам дает за то, что вы оставили свою религию. Дорогие братья, как сказал начинающий наш шейх, посол, что эта мечеть будет худжа, аргумент или для нас, или против нас. Эта мечеть, аргумент для нас или против нас. Имам Ахмад, رضي الله عنه передает хадис от Абу Саид аль-Худри رضي الله عنه. Он говорит, что есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если вы увидите, что человек постоянствует посещение мечети, то свидетельствуйте, что это верующий. Почему? Потому что Аллах Субхана ва Тааля говорит, сказал: иннама яъмуру масаджид Аллахи ман аамана биллахи валь яумил ахир. Поистине, обустраивает дома Аллаха только те, кто уверует в Аллаха и в Судный день. Что такое Ямур? Ямур, у него два смысла. Ямур материально, физически, обустраивает, то есть строит. И есть еще второй смысл. Ма'навый. Обустраивает, то есть оживляет поклонением, посещением. Алхамдулилля, первую часть мы выполнили. Теперь осталась вторая часть. Эту мечеть оживить поклонением. Мечеть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как описывает при нем, она была без окон, без дверей. Из глины построенная, крыши даже не было. Из пальмовых веток сделали такой навес. Когда дождь шел, протекала вода, стояла грязь, они потом засыпали его щебнем. Собаки проходили через мечеть. Но это была самая лучшая мечеть в мире. Оттуда пришел свет ислама, дошел до нас. Где мы находимся, где находится Мадина Мунаввара? Этот свет оттуда пришел. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, со своими сподвижниками разжег свет ислама и донес до нас. Как? О, они оживляли мечеть поклонением. Не фонаря, у них вообще не было фонарей. Потом появились свечки. Вначале вообще было темно, грязно, пыльно, жарко, холодно, но мечеть была живая поклонение. Поэтому, дорогие братья, что бы ни случилось, как случилось у наших предков, оживляйте эту мечеть. Давайте будем оживлять. Ведь в этом аяте, когда Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Иннама яъмуру масаджид Аллахи ман аамана биллахи валь яумил ахир». Это большой смысл в этом аяте. Тот, кто обустраивает, то есть кто посещает, это человек, верующий человек. Полноты веры у человека не будет, пока он не будет связан с мечетью, с домом Аллаха Субханаху ва Тааля. Сайфулла Кадир ибн-Сасирухи говорит, пишет, я не помню кому, кому из шейха он пишет, он говорит:
что самый лучший вид – это посвящение джамаат намаза. Вид – это очень хороший вид, но самый лучший вид – это посвящение того Аллаха. Если вдруг мы не ходим в мечеть, и наши дети, братья не ходят, знаете, это не случайно, потому что посвящать дом Аллаха – это большая честь, это большой почет, который Аллах Субхана ва Тааля не каждому дает. Если вдруг вы не ходите на джамаат намаз, не ходите в мечеть, разберите, что же вы такое делаете, что Аллах Субхана ва Тааля вас не пускает в свой дом. Как у нас бывает, правитель не каждый к себе туда, в дворец пускает. Он не всех туда пускает, только избранных, своих приближенных. То же самое, дорогие братья, дом Аллаха. Он не каждого сюда пускает. Если вдруг у тебя нет желания, ты не ходишь, плачь, много плачь, делай таубу, больше истигфара делай, значит, что-то ты творишь такое, что тебя Аллах Субхана ва Тааля не пускает в его дом. Дорогие братья, ходить в мечеть – это лучший ибадат. Аллах Субхана ва Тааля за каждый шаг в дом Аллаха возвышает нашу степень перед Аллахом, на одну степень повышает и снимает с него один грех. Каждый шаг туда и обратно. Но, дорогие братья, ходить самим этого недостаточно. Надо, чтобы наша молодежь ходила, привлекать, призывать. Но, дорогие братья, ученые говорят, «Лисанул хал афсаху ми лисани аль-макал». Язык нашего поведения, нашего состояния красноречивее, чем наш вот этот физический язык. Если мы будем говорить, ходите, ходите, сами мы не ходим, наши дети никогда не будут ходить. Поэтому вы, старшие, покажите пример молодежи своим посещением. Потом говорите, и они тоже потом придут. Наше время это особенно актуально, дорогие братья. Почему? Потому что в мире происходят такие процессы, очень страшные, которые наши предки не видели. Наши предки, валилляхи альхамд, они мало грехов видели и имели возможность, не имели возможности совершать много грехов. Почему? Потому что все женщины одеты. Развлекательных, развратных заведений у них не было. Этого телевизора, интернета, откуда, значит, идет трансляция всей грязи со всего мира, у них не было. Но сегодня мы оказались в время страшных искушений. Когда наши дети, находясь даже дома, находятся под большой угрозой. Когда сегодня мы видим, наши молодежь учат мужчин от мужчин жениться на мужчинах, женщин на женщинах. Все виды разврата. И спасение где, дорогие братья? Спасен будет только тот, кто связался с Аллахом Субханаху ва Тааля. Связь с Аллахом Субханаху ва Тааля — это в первую очередь через дом Аллаха, через мечеть. Поэтому, дорогие братья, держитесь за религию Аллаха, держитесь за дом Аллаха. Иншаллах, потом, как в конце этого аята, Аллах Субхана ва Тааля говорит, кто обустраивает, он из мухтади, он из тех, кто находится на прямом пути. Дай Аллах нам становление на прямой путь и на этом, и на том свете. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بارك الله أمير جريج действительно как наш брат сказал если мы покажем пример своим детям то дети тоже будут оживлять мечеть Мухаммад аль-Фатих завоеватель Константинополя говорит Если во время намаза в задних рядах вы не слышите смех детей, то вы должны бояться за эту общину. Аль-хамду-лилля, во время намаза мы детей смех не слышим в мечети. Они с нами вместе совершают намаз. Это для нас большое спасение и это для нас большая радость. Пусть Аллах поможет нашим детям оживлять эти мечети. И дай Аллах нам тоже тавфик дать достойное воспитание нашего подрастающего поколения. Аллахумма аминь. Сейчас молитва. Аллахумма салли аля
Уважаемые братья и сестры, мы сейчас видели один из исполнителей маулидов, тот, который читал маулид. У него ушел голос. Дай Аллах, чтобы в судный день пророк, алейхиссалату вассалям, обнял его и сказал: благословляя меня, у него ушел голос, Аллах, заведи его в рай. Пусть Всевышний Аллах вот так заведет всех рай, кто благословляет пророка, алейхиссалату вассалям. Аллаху амин. Просто мне очень нравится, когда они маулид читают. Здесь многие говорили, время проходит. Иншаллах, время у Всевышнего Аллаха. Время и дорога, не переживайте. Уважаемые братья, знаете, наша республика богата теми людьми, которые называют варасатуль анбия, наследниками пророка, алейхиссалату вассалям. Наша земля, альхамдулилля, богата достаточными шейхами. Когда одному брату, который окончил аспирантуру, я сказал: ты дальше идешь на докторантуру? Он говорит: ну это, говорит, не знаю, но я думаю, мне будет достаточно, если, говорит, я буду следовать сегодня тем людям, которые называют доктором исламских наук. Мы, альхамдулилля, те люди, если Аллах нам ильму не дал, мы, альхамдулилля, те люди, которые любим этих алимов и следуем им. На сегодняшний день очень много у нас есть достаточных ученых-богословов. На сегодняшний день в Муфтияте Республики Дагестан есть много направлений, которые сделали то, чтобы мы, те люди, которые любим этих алимов, любим тех, которые называют баракатуль амбия, воспитала нас так, что мы любим и следуем этим людям. Альхамдулилля. За это мы воздаем особенный шукр Всевышнему Аллаху за этих людей. Сейчас я хочу предоставить слово нашему уважаемому гостю, дорогому брату, проректор Дагестанского исламского университета, доктор исламских наук, наш уважаемый брат, которого знают и любят все, Мухаммад Урмийский. Валя тафадзе машкура. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وجاءنا البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В первую очередь хочется воздать безграничную хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Он наставил нас на эту религию, сделал нас из числа мусульман. Это самая величайшая милость Аллаха, за которую мы должны Его благодарить. И этой милости сегодня лишены миллиарды людей, дорогие братья. Еще мы должны воздать безграничную хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Он нас из числа мусульман тоже сделал из тех, кто знает цену этой религии, держится за эту религию, возвеличивает признаки, знамения этой религии, одним из которых является данная мечеть. Строительство мечети, как было сказано, украшение этой мечети, как внешне, так и поклонением, это возвеличивание признаков Аллаха, знамений религии Аллаха. И за это тоже мы должны безгранично благодарить Всевышнего Аллаха. Ведь очень много тех, кто считает себя мусульманами, кто очень далек от мечетей, от поклонения Аллаху, от религии Аллаха, и пусть Аллах их тоже наставит, дорогие братья. Вот на самом деле, говоря о значимости строительства мечети и любое участие в строительстве дома Аллаха, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ман бана лилляхи масджидан, валяука мифхаси кататин, баналлаху ляху байтан фил джанна». Тот человек, который построит мечеть даже размером с гнездышка птицы, с гнездышка птички,
Аллах построит ему дом в раю. Пусть Всевышний Аллах всем тем, кто принимали участие в строительстве этой мечети, словом, действием, имуществом, построит дома в его вечном обители милости в раю. Вот еще за что мы должны делать шукру, дорогие братья. Вот вчера с студентами Дагестанского исламского университета была встреча с известными учеными во всем мире, выходцами из такого университета, как Азгар Египта, ученые из Иордании, из Сирии, то есть такие известные личности, как Анджар Рашид, Усама Аль-Азхари, человек очень известный в Египте и за пределами Египта, Сайф Аль-Асри, человек очень известный, ученый, они приходили к нам. И Усама Аль-Азхари говорит, вот мы, говорит, должны безгранично благодарить Аллаха, во-первых, за то, что Он наставил нас на религию, и во-вторых, за то, что вы, Ахль Дагестан, он говорит, находитесь на пути, на правильном пути, на пути предков, на пути мусульман всех времен, начиная с посланника Аллаха и до наших дней. И этот путь, правильный путь, он говорит, обозначается тремя вещами. Тремя критериями. Во-первых, вы и мы, и университет Аль-Азхар, и все известные основные университеты в мире, которые веками выпускали ученых, из которых выходили величайшие ученые, он говорит, во-первых, в вопросах вероубеждения мы на пути Абуль-Хасана Аль-Аш'ари и имама Аль-Матуруди. Это во-первых. Во-вторых, мы приверженцы одного из четырех мазхабов, в нашем случае шафиитский мазхаб в Дагестане. И в-третьих, то, что мы являемся людьми, которые имеют отношение к тасаввуфу, к ильму аль-ахлях. И эти три критерия, он говорит, вот три основы религии, иман, ислам, ихсан. Вот эти три критерия вбирают в себя вот эти три основы. И показатель того, что мы вот в этих трех основах религии, в имане, исламе, иман – это акида, ислам – это фикх, ихсан – это тасавуф. То, что мы на истинном пути, показатель этого – вот эти три вещи. Акида этих двух имамов, Абуль-Хасан Аль-Ашари, имам Аль-Матуриди, последователи одного из четырех мазхабов, значит, правильный путь в вопросах ислама и ихсан, тасавуф, ахляк. За это, конечно, мы еще раз должны благодарить, дорогие братья, и ценить вот эту милость, которую Аллах нам дал. И держаться, как выше было сказано тоже, за наших имамов, за нашу религию. Все, что от нас зависит, делать ради этой религии. Я думаю, недостаточно сегодня говорить, вот я верующий, я совершаю намаз, я соблюдаю пост, я ничего плохого никому не делаю, и вот так оставаться тоже неправильно в это последнее тяжелое время. Я думаю, мы еще больше, еще лучше должны быть. Мы должны быть помощниками этой религии. Всевышний Аллах в Коране же говорит, «Ауду биллахи мина шайтана ар-раджим». «Я, айюха ал-ладина аману, куну ансара Аллах». О те, кто веровали, будьте помощниками Аллаха. Аллаху наша помощь не нужна, дорогие братья. Это означает, будьте помощниками религии Аллаха. Будьте помощниками тех, кто ведут мусульман, тех, кто во главе этой религии. И в этой связи мы то, что от нас зависит, должны делать в целом для общины мусульман, в первую очередь нашего Дагестана, в последующем и всей общины. Видите, да, какая большая степень Всевышний Аллах нам дает возможность быть ансаром. А ансары это кто такие? Ансары такое почетное название получили жители Медины.
Почему? Потому что они оказали поддержку посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, в самый тяжелый для него период в жизни. Когда курайшики, даже родственники, все от него отвернулись, отказались. Жители Медины ему оказали помощь. И их назвали ансарами. Вот так же Всевышний Аллах ко всем верующим обращается и говорит, будьте ансарами. Представляете, да, вот сегодня даже в ахир замане мы можем быть ансарами, если мы будем поддерживать эту религию Аллаха. Как мы можем поддерживать наших ученых, алимов? Вот это от нас требуется, дорогие братья. От нас не требуется обсуждение разных тем, политики, кто прав, кто не прав и так далее. Если мы видим, что в нашей республике идет работа во благо ислама, во благо этой религии, во благо распространения этой религии, мы то, что от нас зависит, должны делать. Если кто может словом, кто может действием, имуществом, ради религии Аллаха, не ради кого-то, не ради каких-то личных интересов. А сегодня у нас такая возможность есть, дорогие братья. Есть. У нас есть, альхамдулилля, муфтият, у нас есть, альхамдулилля, глава этого муфтията и работа. Работа этого муфтията, этой организации ни для кого же не секрет. Хоть чуть-чуть кто глаза открывает, видит же эту работу. Да, могут быть разные моменты, конечно, да. Но то, что от нас зависит, то, что мы, Аллах, то, что нас спросит, мы вот это должны делать. Аллах не спросит нас, например, ты почему оценку не давал тому или иному человеку, действиям того или иного человека. Нет, не спросит. Аллах нас спросит, вот ты ради моей религии что сделал? Вот в это тяжелое, трудное время, близкое к судному дню, ради распространения, ради поддержки моей религии, ты что сделал? Вот это Аллах нас спросит. Я же призывал тебя, будь помощником религии Аллаха. Ты же услышал эти слова. В моей книге же я сообщил тебе это. Поэтому, дорогие братья, давайте оставим ненужные разговоры. Очень много ненужных разговоров бывает, к сожалению, у нас. Ненужных обсуждений, людей и так далее, событий. Давайте будем делать то, что принесет пользу нам, в первую очередь, перед Аллахом. Пусть Всевышний Аллах нам поможет, дорогие братья, пусть истину Всевышний Аллах нам покажет, истинную ложь покажет, ложью и отдалит нас от этой лжи. И еще раз, конечно же, говоря об этой мечети, многие, те, кто до меня были, тоже сказали, вот, что нужно ходить в мечеть, нужно посещать джамаат, намаз. Вот представьте себе, в достоверном хадисе посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, перечисляются 7 категорий людей, которые в судный день, в день, когда люди будут пребывать под солнцем, под палящим солнцем, люди будут утопать в собственном поту, вот в этот тяжелый день есть 7 категорий, о которых посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, что их ожидает тень арша Аллаха. И одна из этих категорий «Уараджулюн кайбухум муалликун биль масджиди» – это человек, сердце которого привязано к мечети, вот который азан слышит. Он, то есть, он не хотя, не желая выходит из мечети. Вот мы, например, когда из мечети выходим, левую ногу почему ставим вперед? Мы тем самым показываем, что мы не хотим отсюда выходить. Мы не желая отсюда выходим. Нужно, потому что, да, по своим делам тоже идти, поэтому мы уходим. А правую ногу, когда заходим, мы ставим, показывает то, что мы с желанием, с любовью заходим сюда. Поэтому дай Аллах, пусть Всевышний Аллах сделает нас из таких людей, чьи сердца привязаны к мечети, к дому Аллаха, и заслужат тень его арша в судный день. Пусть Всевышний Аллах нам поможет, пусть Всевышний Аллах примет. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. بارك الله محمد المنسكي дай Аллах здесь наш брат подчеркнул, что мы эту мечеть оживляли. Дай Аллах, чтобы у вашего имама много возмущений было по поводу вас, что на утреннем намазе вы ему дорогу не оставляете сюда зайти. Аминь. Аллаху Акбар. Уважаемые
Братья, хочу одну тему здесь затронуть. Может, я ее вам рассказывал, и почему я ее рассказал, тоже расскажу. О том из соседних городов нашей республики, не буду имена называть, молодая пара пришла заключить никах к имаму. Имам спрашивает эту девушку, что ты хочешь в качестве никаха, за никах. Она говорит, а что я могу попросить? Он говорит, ты можешь любое попросить, можешь деньги попросить, можешь одежду попросить, то, что ты хочешь, ты можешь попросить. Если хочешь какую-нибудь книгу, чтобы он тебя научил, Корану или другой религиозной книги, это тоже ты можешь попросить. Обратите внимание, что она подчеркивает. Она говорит, я хочу, чтобы мой будущий муж, вот этот человек, совершал намаз. За никак я вот это прошу. Он ей стучит и говорит, другой выбери. Это мужчина говорит женщине, выбери другой. Она говорит, нет, я хочу, чтобы за никак ты начал совершать намаз. Она не смогла убедить его на это. Она заплакала. Она попросила имама, я могу выйти отсюда, не совершив никах. Имам сказал, можешь. Вот так не сделал никах, она вышла оттуда. Она оставила этого человека, который не хотел выбрать намаз. Почему я это рассказал? Когда эту мечеть строили, 94 тысячи было только в бюджете. Две женщины с Хасавюрта приехали на такси, заехали сюда, здесь котлован. Рыли, они спрашивают, уточняют, вы что, говорите, сделаете? Они говорят, мы мечети состроим. Они взяли, говорят, кошелек передали 100 тысяч рублей. И конфеты, и все сладости дали, чтобы, ну, для рабочих чай попить. На этом же такси сели и уехали в Хасавюрт. Вот такие женщины, вот такие сестры, пока у нас есть, которые, переживая больной душой, строят, участвуют в строителе дома Аллаха. И такие сестры, которые вот, когда будущий муж не хотел совершать намаз, и она не поставила никак, ушла, вот такие сестры пока с нами есть, у нас все будет на высшем уровне, иншаллах. Пусть Аллах доволен будет этими сестрами. Аллаху амин. Сейчас, уважаемые братья, я хочу предоставить слово нашему брату, который своим прекрасным чтением оживил наши сердца, прекрасным чтением Корана. Это имам Селяня Туршунай, Мухаммад, прочитает Маулид. Аллаху Акбар! Маулая, салли ва саллим даиман абада аля хабибика хайрил халки куллими. Маулая, салли ва саллим даиман абада аля عد الحصى والثرى
السماء وأبر الأرض والمدار وأعد ما حواتي أشجار من ورقين وكل حرف غدا يتلى ويستطور وأعد وزني مثاقيل الجبال كذا يلي قطر جميع الماء والمطر والطير والوحش والأسماك معنا عامين يتلوهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأريش والوبر وما أحاط به علم المحيط وما جار به القلم المأمون والقدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله فيك محمد. Уважаемые братья и сестры, мы знаем, что наша республика, я здесь подчеркивал, что богата авторитетными учеными, богословами, достаточными шейхами. Но мы не должны забывать, что наша республика очень прославлена взаимолюбовью и гостеприимством. Она настолько известна своим гостеприимством, аж гости, которые приходят сюда, вместо одного раз минимум 10 раз говорят, альхамдулилля, что я сюда попал. Сейчас я хочу пригласить сюда нашего уважаемого соседа. Это человек, который, когда его приглашают в Дагестан, у него бывает, как говорится, радостный шок. Это муфти республики Ингушетии, наш уважаемый брат Ахмад Сагал. Валятафалдай Машкуран. Аллаху Акбар! Всевышний, не всякому он дает. Вот то, что нас обещает.
объединяет, то, что нас объединит, должно быть между нами любовь, то, что мы уважили друг друга. Да? И вот есть хороший хадис. Хадис они всех обращили, саллаху алейхи ва саллям. والذي نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تعافوا. والله говорит наш пророк саллаллаху тааля алейхи ва саллям, никогда не войдете в рай, пока вы не уверуете во Всевышнего. И никогда вы не будете уверовавшими, пока вы не полюбите друг друга. Все наши аулия и устазы, все наши шейхи, которые уходили от нас, говорили нам, тысячи раз вы нас спросите, что вы нам оставляете после себя, они нам говорили, любовь друг к другу, любовь друг к другу и больше ничего, потому что когда мы друг друга любим, Всевышний в себе разделает вашу вену, чтобы нас спасать в рай. Вот, вот что значит любовь друг к другу. Аллах, мы когда мы сюда едем, мы сюда постоянно едем, все вчера ночью только мы прилетели, и ночью мы знали, с особой радостью сюда приезжаем. С особой радостью. Как у нас вот про муфтият мы говорили тоже, у нас сейчас строится, я хочу сказать, у нас, потому что духовный центр в Москве. Вот этот духовный центр, он объединит нас, всю Россию и Европу даже объединит. Даже очень много не нашей веры люди примут там ислам. Потому что очень духовный центр нам строится. Это все наше достояние. Огромное вам спасибо, мои дорогие братья и сестры, от нашего ингушского народа, от всего наших мусульман, большое вам спасибо, что вы нас превращаете, хотя мы это очень любимые, мало вас превращаем, иншаллах будет встречаться, дай нам Аллах, чтобы нас встретил, чтобы вас объединил в свою джаннату фирдоус. Ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи тааля ва баракату. Нашего джамаата, ингушского народа, вот эти очень красивые кураны подали к нашей мечети. Спасибо вам большое, у нас. И вот этот джам за очень теплые слова нашего брата Камиля его передал Юнусбек Мамадир Гифкуров, бывший нас глава республики. Когда мы об этом говорим, и мы постоянно им вспоминаем, салам, вам всем передал салам, большой салам передал. И передал вот этот джам передать нашему брату Камилю. Слава Акбар! Слава Акбар! Слава Акбар! Слава Акбар! Слава Акбар! Слава Акбар! Вы, наверное, продали ему лучше. Знаете, что сейчас самое интересное? Ахмад Саго, это обращение к вам. Буквально позавчера мы одному представителю Ингушетии тоже подарили такой же кеджан. Аль-хамдулля, пусть Аллах будет вами доволен. Дай Аллах, чтобы этот кеджан понадобился мне только для того, чтобы защищать вашу республику. Барак Аллах, Юнусбеку Евкурову за этот ценный подарок тоже, пусть Аллах будет вами доволен. Но я, смотря на наше дружелюбие, как мы собираемся во благо нашей Родины, я думаю, что этот кинжал в защиту Ингушетии не придется вытащить. Но иншаллах, один хороший баран этим кинжалом мы зарежем и шашлыки покушаем. Уважаемые братья, что я хочу сказать сегодня, альхамдулилля, Саид Афанди в своей книге пишет, я прочитаю на арабском языке. Харам затала цере, маху галар хачарал, чакха гиханда дели, адву бугю джамаат. Это стихи из книги Саида Афанди. Сегодня я его речи читаю. Это, честно говоря, хочу особенную выразить благодарность джамаату андийцев, которые всегда вот так совместно проводят вот такие мероприятия и открытия таких прекрасных мечетей. Пусть Аллах будет вами доволен. К чему я рассказал этот стих из книги Саида Афанди? Также Саида Афанди в книге своей пишет: «Хельхия, кой каро, цукуда даца, бейсуна ранич и шабуром аниш, хай аман ана дир добро лук хамхи, нахусулим аниш цусаат ахьян,
تنجي من عدينا وعلي بس يسي هيد بيشي ليزي يا سؤالها بيدل هل خيكي يكتين يحقول بشينا بيخي بيتنا جواب هورا то есть один старик говорит, попросил вернуть бы мою старость в молодость хотя бы на один час. И если меня спросят молодые алимы, для чего тебе это нужно, я бы, говорит, своей молодости рассказал, что со мной сделала старость. Почему я именно этот стих рассказал? Сегодня, альхамдулилля, слезы радости бывают у наших аксакалов, когда красиво и красноречиво выступают молодые алимы. Они думают, они сожалеют, что вот это время, молодость, что у них не было такого. Но сегодня, альхамдулиллях, у них и внуки, и правнуки, и сыновья сегодня стоят возле кафедры на минарета и призывают к религии Аллаха. Почему я это рассказал? Потому что я хочу сюда пригласить нашего брата, который среди молодых алимов на всероссийском конкурсе он занял первое место. Он является доктором исламских наук. Один из молодых докторов исламских наук. Он является кадием города Хасавюр. Он является председателем совета имамов города Хасавюр Мухаммад Аль-Арвани. Алиатафад Аль-Машкур. Аллаху Акбар! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجمع براته وجمع الجماعات بركات الجماعات أنديسر السلام عليكم и до меня выступающие говорили о достоинстве строительства таких домов Всевышнего Аллаха, мечетей, о том, какой ценный ибадат строительство мечетей. На самом деле это так. Всевышний Аллах также в Коране говорит, «Наузу биллахи мин шайтану раджим, фи буютин азин Аллаху ан турфа'а ва юзкара фиха исмуху». Всевышний Аллах в Коране говорит, в домах Аллаха, имеется в виду мечетях, которые Всевышний Аллах повелел, приказал нам, сделал, васия сделал нам, антурфа, чтобы мы их воздвигнули, строили, уважали, возвеличивали их, уйдут карафиха сму, и чтобы мы упоминали в нем имя Всевышнего Аллаха. Чтобы мы благословляли пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, совершали намаз, упоминали имя Всевышнего Аллаха. Юсаббиху ляху фиха биль-гудуви валь-асаль. И в этих мечетях, и утром, и вечером, постоянно, и всегда читают тасбих, читают дикру, благословляют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Очищают Всевышнего Аллаха. Тасбих — это все, что все, то есть любой зикр, которым мы очищаем Всевышнего Аллаха от всего недостойного и непристойного. Риджалун ля тульхихим тиджаратум аля байун ан зикриллах. И Всевышний Аллах говорит, благословляет Аллаха, кто в этих мечетях, дорогие братья и сестры, это мужья, это мужчины, которых не отвлекают ни купля-продажа, ни торговые сделки, что бы ни было на этом свете, то, что считается из мирских дел, их не отвлекает от Всевышнего Аллаха. От совершения намаза, от выплачивания заката, их ничего не отвлекает. Дорогие братья, на самом деле, прекрасная мечеть, красивая мечеть, особенно в таких маленьких селах, хутанах. Наверное, нету хутана, в котором есть такая красивая мечеть, как у вас здесь. Это очень прекрасно. Пусть Всевышний Аллах вознаградит всех, кто принял участие,
словом, действием, намерением строительства этой мечети. Эта мечеть называется Масджидуль Джамия, мечеть объединяющая. Джума мечеть, что значит Джума мечеть перевод с арабского языка? Это мечеть, которая объединяет нас. Это есть объединение, наше единство, это есть один из основ нашей религии. Недостаточно нам ходить сюда. Мы, мусульмане, уважаемые братья и сестры, Всевышний Аллах нас призывает, чтобы мы были едиными. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Ауду биллахи мина ш-шайтану ар-раджим, ва-атасиму бихаблиллахи джами'ан, ва ля тафарраку», говорит Аллах. Вы придерживаетесь за религию Аллаха, за веру Аллаха. Вот слово «хаблиллах», вот это словосочетание, ученые по-разному его толкуют. И есть много ученых, толкователей Корана, которые говорят «хаблиллах». Что значит вера Всевышнего Аллаха? Это есть его религия. Это есть джамаат. «Валя тафарраку», говорит Всевышний Аллах. Вы не разделяетесь. Ведь если мы будем разделяться, если мы будем отделиться от джамаата, наша кува, наша сила, она оставляется, уважаемые братья. Пусть Всевышний Аллах на самом деле сделает эту мечеть, как раз так этим мечетью Аль-Джами, объединяющей. И говоря также о нашей единстве, о нашей объединении, Всевышний Аллах в Коране говорит, «Ауду биллахи мина ш-шайтанир раджим, ва инна хазихи умматукум умматан вахида». وأنا ربكم فاتقون говорит Всевышний Аллах. В другом аяте وأنا ربكم فاعبدون. Это ваша умма, говорит Всевышний Аллах. Это единая умма, мусульмане. Все мусульмане, кто произносит шахаду, свидетельствует о том, что нет большого, кроме Аллаха, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствует о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это наш посланник и ураб, отправленный к нам. Это мы одна умма, уважаемые братья. Несмотря на незначительные споры, взгляды разные между нами. Мы умма. Умматукум умматан вахида. Ваша это одна умма. И я ваш Господь, говорит Всевышний Аллах, таккун, вы бойтесь меня. Фаабудун, вы поклоняйтесь мне, говорит Всевышний Аллах, обращаясь к нам, уважаемые братья и сестры. И, конечно, для объединения у всякой вещи бывает. Один руководитель и все его слушают. Не бывает так, что в одной мечети два имама, в одном селе два глава. Такое не бывает. Так Всевышний Аллах не устроил эту жизнь. Всевышний наш Творец тоже один. Итак, если было бы еще другого Бога помимо Всевышнего Аллаха, это все рушилось бы. «Каукана фиима алинату дилля Аллаху ля фасадата». Всевышний Аллах говорит, если в них, в небесах и на земле были бы, было бы два Бога, говорит Всевышний Аллах, то все это рушилось бы. Фасад распространилось бы на этой земле. Поэтому для объединения, что нам важно, уважаемые братья, каждый джамаат, подчиненные, они слушали своего руководителя, предводителя. Это имам селе, это глава администрации, например, по кумацких вопросах. И в религиозных вопросах то же самое, уважаемые братья, это не есть у нас это религиозный лидер, глава, это муфти нашей республики. Как раз как Мухаммад Урминский говорил, выступая на пятничной проповеди, это выдающийся ученый Азхара, Усама Азхари, человек, который является советником президента Египта, советником муфти Египта, очень известный человек в мире, он говорит, рассказывает, как беда, дает нам совет. Для объединения, что нам говорит, что я вам советую делать? Мы, говорит, там, в Египте, у нас есть когда один предводитель, и мы все его слушаем. Слушаемся, следуем за ним. То же самое и для вас, у вас тоже есть достойный предводитель, муфтий. Следуйте за ним. Вот это рекомендует нам и иностранные, и наши ученые, богословы. Для дагестанцев, наверное, это Египет и Сирия. Это самые такие исламские страны, в которых и обучаются наши студенты, которым отучились
многие наши имамы мечети этого они рекомендуют, дорогие братья и сестры. И в Сирии, и также в Египте проводил также курсы повышения квалификации. То, что мы нашли своими глазами, увидели там, как раз, как Урминский Мухаммад сказал, это ашаритская акида, матуридистская и ашаритская акида, за которой мы следим в вероубеждениях. И также эти четыре признанных, всемирно признанных мазхаба, уважаемые братья. И аль-хамду-лиллах, мы являемся последователями одного из этих мазхабов. И все, что помимо этого, и к великому сожалению, наши некоторые братья попали в эту сеть, которые не признают ни один из мазхабов. Вот как раз я позавчера встречал в аэропорту Грозном также великого большого ученого из Иордании Амджад Рашид. Он считается шейхом Шафиия фи Йордан, шейхом шафиитских ученых в Иордании. За что мы должны благодарить Всевышнего Аллаха? Он говорит, что 20 лет тому назад у нас не было такого следования, придерживания мазхабов. Была распространена неправильная идеологическая мысль, ваххабитская идеология. Вот только теперь, последние годы мы приходим, к этим следованиям мазхаба. Когда он рассказывает о положении в своей стране, исламской, у арабов, конечно же, мы должны, и наши детки были приверженцами этой правовой школы, и в Хакиде за Аль-Хасан Аш'ари, за что мы должны благодарить Всевышнего Аллаха. И, конечно же, на это мы, родители, должны обратить внимание, следить за нашими детьми, кого они слушают, у кого они знания получают, дорогие братья. У кого попало знание получать, это не допускается, и в шариате нельзя такое делать. «Инна хада ль-илма дину» Мухаммад бин Сирин, рахмаллаху тааля алейхи, говорит, воистину эти знания, которые вы получаете, изучаете, это ваша религия. Согласно этим знаниям вы будете соблюдать свою религию, практиковать свою религию. «Фангуру ахман тахуру надина» Посмотрите, у кого вы получаете эти знания, говорит. Очень важно нам, если мы, родители, сегодня не обращаем внимания, все наши дети сидят в телефонах. Кого они там слушают? У кого знания получают? Ой, клянусь Аллахом, я говорю, сожалеет об этом. Следите за детьми. Ведь он оттуда исчерпает то, что может поменять его религию, привести его к отсутствию даже его религии. К великому сожалению, даже у нас в Хасаюрте, где есть столько мадрасов, ученых, алимов, мечети, такие молодые люди, школьники, когда мы видим, какие вопросы они сегодня задают, даже у них появились сомнения о существовании Бога. Я сомневаюсь в Боге. Как можно такое представить, уважаемые братья? Это наши дети, поэтому мое наставление, как и завещание всем родителям, чтобы они следили за своими детьми, чтобы они стали истинными последователями пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые придерживаются то, чего придерживались наши праведные предшественники, сахаби, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И как было пересказано, мы все должны быть помощниками Всевышнего Аллаха, помощниками религии Всевышнего Аллаха. Аллах Барани говорит, «Инистан саруком фиддини ва арфа алейкум ан-насар». Когда у вас просят помощи в религии Аллаха, просят у вас помощи, вы, говорят, обязаны помочь. И, аль-хамду-лиллах, английский джамаат является таковыми помощниками религии и поддерживает меня в деле дабата. Пусть Всевышний Аллах сделает ваш джамаат таким, еще больше даст вам и имущество, и богатство, чтобы вы поддержали, строили такие мечети, уважаемые братья и сестры. Пусть Всевышний Аллах примет наше мероприятие, и очень было приятно тогда принимать участие. И даже я не знал, оказывается, вы были нашими соседями, наш султан будет здесь рядом, я не знал. И это еще больше радует, что вы являетесь нашими соседями. Ва
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله محمد الغني. Уважаемые братья, когда эту мечеть строили, здесь много есть историй, связанных с этой мечетью. Расскажу одну из историй, это когда наш один брат взял на себя построить минарет, когда к нему подошли, что вот так мечеть строится, что мы хотим сделать вот так минарет. Он взял на себя этот минарет. После того, как он взял на себя этот минарет, через неделю он умер. И когда представители этого джамаата, хараб этой мечети, который строил, он когда пошел на соболезнование к его сыновьям на следующий день, его сын подошел к нему и сказал: «Намерение отца мы, иншаллах, выполним». И посмотрите, какой красивый минарет сегодня стоит здесь. Здесь выступающие подчеркивали о том, что Всевышний Аллах построит дворец тому человеку, кто хотя бы построит мечеть с размером гнезда Шакурабадки. Но дворец какой? Это не тот дворец, который мы видим там, а смотри, какой большой дом. Это тот дворец, который взором глаза ни высоту, ни ширину мы не можем взять. Пусть Аллах сделает нашего брата, я имя его забыл, Абакаров. Насула, я извиняюсь. Абакаров, Насула, рахима Аллах, это тот человек, который сделал намерение построить минарет и через неделю покинул этот мир. Пусть Аллах дарует ему этот дворец, который взором глаз он не может охватить. И пусть его сыновья, наверное, уже приехали, и, наверное, здесь уже. Пусть их сыновей тоже Аллах обрадует таким большим ниаматом. Пусть Всевышний Аллах укрепит их иман сердца. И пусть сегодняшнего дня они больше минареты на себя не брали, а мечети брали. Пусть Аллах даст им риски, чтобы минимум 15-20 мечетей в Дагестане построили. И дай Аллах, чтобы Аллах им дал тавфик, чтобы они делали шукру этому ниамату, который Аллах им дал. Пусть Аллах будет доволен вами, мои братья, которые взяли на себя и сделали. И наши ученые, алимы, рассказывали одно из мечетей, что когда мы говорим, делаем что-то плохое, те люди, наши предки, которые покинули нас, они стесняются, говорят, от ахлу, который находится в раю. Если, говорит, мы делаем что-то хорошее, они радуются, говорит. Пусть этот минарет, уважаемые братья Абакаровы, послужит причиной, чтобы ваш отец сегодня был рад. И дай Аллах, чтобы пророк, алейхиссалату вассалам, обнял вашего отца и гордился перед другими пророками и сказал: вот она моя умма, несмотря на то, что у них есть последнее готово отдать, чтобы оживить дом Всевышнего Аллаха и построить. Аллаху амин. Пусть Аллах будет вами доволен. Уважаемые братья, один арванийский выступил, взял насихат, сейчас мы послушаем второго арванийского. Наш уважаемый брат Абдурахман Аль-Арвани, Фалят Афадна Мешкур, пожалуйста. Я попросил бы тоже еще, чтобы у меня хоть ильму нету, у меня разговор, у нас есть я ведущий, и в этом случае ведущий, но они все слушают. Регламент, пожалуйста, у нас время начинает. Слышу разговоры идут на русском языке, я говорю, а что на русском?
русском будем говорить, что не на аварском. Она говорит, нет, на русском. Почему так? Есть вот некоторые молодые, которые не понимают аварский язык, как сегодня это принятым стало, понятным делом. И они хотят услышать разговор у Азана, понять хотят. Если есть такие ребята тут молодые, которым интересно понять разговор, но, к сожалению, не знают, как у них родной язык английский, дома на английском разговаривают, на улице разговаривают на русском, и как аварский язык у них как-то ушел. Общий язык наш у нас тут аварский. Дома разговаривали на английском, в общественных местах разговаривали на русском, на аварском, и знали нового языка. Сейчас у некоторых этих братьев вторым язык стал русский, аварский как-то уходит. Поэтому, если я начну говорить на аварском, они могут и не понять как. Если есть такие молодые у нас, взрослые, да, все знают аварский язык лучше, чем русский. Если я начну говорить на русском, я знаю, что взрослые хорошо меня понимать не будут. Они больше предпочтут услышать на аварском языке. А если я начну говорить на аварском, они меня хорошо будут понимать. А молодые хорошо не будут понимать. И английский я не знаю. Как же быть? Женись на деньги. Так просто не выдадите, наверное. Но надо сейчас делать как-то. Я предпочту говорить на русском, потому что молодые, они больше нуждаются в этом разговоре. Потому что вот эта молодежь, она и есть наше будущее. Вот эта молодежь, вот сегодня я смотрю среди молодых, вот лет 15, 17, 18, 20, этих ребят все сюда тоже смотрят, здесь тоже я их не вижу. Здесь тоже я не вижу меньше 20, я не единственный. Молодые, 15 лет, это уже самостоятельный, взрослый, полноценный мужчина. Вокруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, стояли все молодые. Саад ибн Вакас, когда принял ислам, прошло сколько-то дней, говорит он, и я был 1/3 часть ислама. Ему было 17 лет. Али ибн Аби Талиб, когда принял ислам, ему было 10, чуть больше. Зубайр ибн Аввам, ему было 12. Все великие сахабы, которых мы называем сегодня, которыми имена мы упоминаем, они были молодые. И вот они использовали свою молодость, и эти преуспели. Аллах возвысил их. Сегодня очень обидно у каждого молодого человека телефон. Как здесь еще другой арманистский шейх сказал, телефоном в руках каждый. Когда у каждого телефон, и столько соблазна, не то что для молодых, любой старый прадедушка, его можно соблазнить. Мы видим, сколько соблазна. В этом телефоне эти молодые как-то тонут. Вы молодые братья. Вы наше будущее. Когда вы не видите вашу ответственность, когда вы расслабляетесь, вы отдыхаете, вы не видите ответственность этой религии. Бадра, когда посланник Аллаха сказал сподвижникам, мы завтра выходим, мы выходим на Газвату Бадру. А там не было времени ждать, у кого готового верблюд есть, тот выходит, у кого нет готового, мы его не ждем. Сразу выходим в шар. И вышли они внезапно, не подготовившись. И домой приходит Хайтам ибн Харитха, говорит своему сыну, Саду, сынок, я пойду, ты останься с женщиной, там у них оба выйти тоже не получится. Сынок, ты останься дома, я вместе с посланием Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выйду на этот развод. Молодой, еще не жена.
знати. Молодой юноша сам говорит своему отцу: «О, мой папа, лаукана айру джанна хиля атартука, если бы тут было что-то другое, помимо рая, я бы тебя выбрал. А тут на кону у нас рай. Я не могу тебе уступить, мой папа. Мой отец, я не могу уступить тебе. Я выйду». И бросает оба жребий. Никто не готов уступить. Оба бросают жребий. Уходит жребий сына. Сын уходит Бадр. И Бадр умирает шахидом. На следующий день, на следующий год в Ухуд уходит отец. И в Ухуде отец умирает шахидом. Вот такие жизни дали, сохранили эту религию для нас. Они сберегли эту религию. Сегодня мы каждый красиво умеем говорить, а когда мы смотрим на наш ибад, на наш намаз, на нашу связь с Аллахом, мы погрозились в этих грехах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда вышел однажды на поход, они когда возвращались, он оставил на охрану Абад ибн Мишра и Амар ибн Яср. Они целый день ходили, целый день устали. И все, когда устали, ночью не хочет отдохнуть. Другие отдыхают, а двое остаются на страже. Вы будете охранять. Вдруг враг нападет, вы будете охранять очагу. И они все устали, остальные сподвижники спят. Аббат говорит Амару: «Начало ночи хочешь ты поспать или конец? По очереди будем сторожить». Аббат говорит: «Ты поспи вначале чуть, а я буду здесь охранять». Аббат любишь, идет охранять Амарский. Аббат ходит вокруг, везде смотрит, а все чисто. Идет дворок Амару. Дорогие братья, просто сверьте себя. У тебя свободные минуты, 5-10 минут, чем занимаешься. Мы сегодня не можем для двух ракат суннат намаза свободное время отдавать. После намаза два раката для нас стало таким временем. После намаза сделано асгар, для нас стало как гора на нас, которая стоит. И мы хотим успеть. 5 минут у тебя свободные. Мы не можем, будто же четкие сделать, я обязательно вам сказать. Раньше все, которые сидели четко, все бабушки сидят с телефоном. Да? 500, которые четкие бывали бабушек, ля-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 ля говорили. Сегодня все в телефонах. Те, которые были в Куране, сегодня в телефонах. 5 минут у тебя свободы есть. 10 минут свободы есть. Чем ты его занимаешь? Свободный 5 минут, когда ты не можешь для религии Аллаха отдать. Ты жизни что ли сможешь отдать? Ты дунья бросить для религии сможешь что ли? Когда тут сделка на миллионы что ли сможешь ты сбросить? Свободный 5 минут, когда у тебя появляется, ты не можешь 5 минут вытащить Коран и прочитать эту страницу. Не можешь вытащить четко сказать 100 раз «Ла илляха илляллах». И это 100 раз сказать, вообще сказать «Ла илляха илляллах» стало таким тяжким. А них не было. Из-за того, что для них ибадат стал сладким, поэтому они, Аллах им дал и дунья, и ахира. Мы не знаем наших прадедов, но знаем их. Эти люди, которые ходили на земле, из-за этого Аллах не спас до них аят и сказал: «Я доволен вами». Представляете, мы не знаем сейчас. Аллах им сказал: «Я доволен вами». Аллах, Аббат ибн Мишр делает баракат намаз. Аллах Акбар говорит и вступает намаз. Вступает намаз. Аммар спит. Аббат читает Фатиму, затем читает Коран. А когда они читали Коран, они наслаждались этим Кораном. Они получали от этого Корана такое удовольствие, как ни один человек из наших земных наслад сегодня не мог получить.
читали Китабу Аллах. Например, Икрима, когда читал Коран, он читал и говорил, какие моего Господа, слова моего Господа. Читал, терял сознание. Читал, терял сознание. Раз Франциска приходил, читал. Аббат ибн Бишт читает Коран, намазы. И начал вступил суру Корана читать. Приходит один из врагов, который следит за ними, видит там мусульманский солдат, кто-то стоит, выпустил стрелу в него. А стрела попала прямо в его тело. То есть человек, кстати, делает намаз. Суннат намаз. Суннат намаз, Аллах такой нам дал, суннат намаз, просто так тоже можно его прервать. То есть фарз нельзя прервать. А суннат намаз, кто приступил, может ее прервать заново начать. Он может его прервать, делает суннат намаз, идет стрела. Что же делать? Он дальше читает. Не то, что намаз, он чтение Корана не прекращает. Идет еще одна стрела. И просто кто-то мог бы подумать, если не достоверный хадис, достоверный передатчик, который 100% информация, которая нам не дает сомнений, недостоверности, мы подумаем, наверное, кто-то выдумал его. Нет, наверное, нет. Да такой себе, наверное, нет. Да, вам будет импотировать, вы сказали. Нет, наверное. Стрела попала в него. Вторая, он читает намаз. Попала третья стрела. А теперь он опасается, я же стою здесь на часу, я же охраняю. А вдруг я сейчас умру, враги нападут на них. Он теперь быстро завершает намаз, после третьей стрелы будет Амар. Амар ибн Ясир говорит ему, почему ты сразу после первой стрелы хоть меня не разбудил? Я говорю, не хотел перевод чтения Корана. Думал, вторую не попадет. Думал, третья не придет. Я же смогу одну стрелу потерпеть. Когда они начали поклоняться Аллаху, они начали служить для религии Аллаха, Аллах дал им и дунья, и дал им ахра, и дал им братство, и дал им любовь, и дал взаимопонимание, и дал уважение старшим, и дал порядок семье, и дал послушать детей, и дал покорную жену, и дал халяльную жизнь. И убрал с их сердец страх от врагов, убрал с их сердец тревоги. Сегодня, посмотрите, такие болезни появляются, так? Панические атаки были. Нет, ты мусульманин, какие панические атаки бывают у мусульманина? Ты знаешь, что не слипа на тебя макапа в Аллаху ляна? Ты скажи, нас не постигает, кроме того, что Аллах приписал для нас. Ты знаешь это? Самый случай только то, что ты приписал. Когда у него иман слабеет, Аллах его наказывает разными болезнями. Когда у него все с Аллахом сильно, ему ничего не говорит. Укрепляет намаз вот этой мечети. Поэтому для вас, каждого жителя вашего села, большая радость, что у вас нет мечети. Оживляйте эти мечети. Освящайте мечети. Сидите в мечети. Просто так сидите, когда вам трудно. Когда просто сядьте в мечети, сделайте намерение кидал. Сидите просто и размышляйте. Держите себя с мечетью, с домом Аллаха. И Аллах никогда вас не бросит. В каждой секунде нуждаемся в Аллахе. Пусть Аллах даст нам тауфик. Тут да, и дамы тоже нам поставили, и много кто говорит, Машаяху тоже хороших у нас есть. На этом я закончу наш разговор. Пусть Аллах поможет, пусть Аллах простит нам души. Алхамдулиллахи ва бихамдихи. Машаллах. Баракаллах, всегда хожу в ваш номер сохранил, после того, как сказали жениться на Андике. Уважаемые братья, сейчас мы, иншаллах, предоставим слово нашему брату Муадзину, чтобы азан. А время нет? Тогда мы предоставим слово, чтобы прочитали Маулид.
истина тот человек, который душой больной за Аницу. Он настолько сильно болен, ему уже свою любовь разделить не хватало среди Аницу, он начал ее разделять среди всех дагестанцев. Я хочу сюда пригласить нашего уважаемого брата Саидулу. Лавлаква. Уважаемый брат Саидула, пока он на трех ногах, как говорится. У него недавно случилось ДТП, пусть Аллах убережет. Но, инша Аллах, в кратчайшем сроке он этот костыль из-за боли оставит и чисто ради сунната будет носить. Баркала, хурматеу, камиль хаджи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Весь джамаат, который приехали сюда из соседней республики Ингушетии, Чечни. Дай Аллах всем, тот, который сюда по уважительной причине не смог принять участие, вознаграждение от Всевышнего Аллаха. И те, которые сюда сделали шаг ради Всевышнего Аллаха, в тысячекратном размере пусть Аллах воздаст вознаграждение. Дай Аллах, чтобы мы всегда собирались только на таких маджлисах, на открытых мечети. Это действительно мечеть, когда сюда территорию. Я впервые сюда сегодня пришел, и мое сердце настолько радостное чувство, что, как говорится, себя чувствую в облаках летаю от радости. Я хочу именно гадахинцам сказать, это дом Аллаха, который каждый человек внес лепту сюда, не отличая ни одного человека, это большую лепту внес, это маленькую внес. Всем, дай Аллах, воздаст вознаграждение сегодня в этом дуняре и ахирате тоже. Этот дом действительно, каждый человек, который сюда сделает шаг, тот будет сам доволен. После наших алимов очень тяжело говорить, и потому что я не алим. Каждому Всевышний Аллах дал какой-то дар. Мне, наверное, дал дар где-то объединяющее. Эмру я не богат. Но я хочу еще одно сказать, пользуясь моментом, обращаюсь именно к гадахинцам от всего Андийского совета Маслиата. Ради Аллаха я вас прошу, гагатинцы, те, которые по воле Всевышнего Аллаха случились беды, не по случайности, но не направленно, целенаправленно не сделали кровные мести, вражда, чтобы вот как сегодня мы в этом доме, в доме Аллаха находимся, очистили свои сердца и сделали ради Всевышнего Аллаха масля. Простите друг друга ради Аллаха. Я знаю, наш имам Ишамин, и Тулпар Андийский, и Расул Хаджи, мой брат Андийский, Гагатинский, сделали много, делают много для маслиата. И пользуясь этим моментом, я хочу еще раз и еще раз Динка Лотсу, Аллах Ишкичалу, Севгуру и Севгуру Сирия Калусу. Ицку Аллах еще чало, не отыну джинту. Лессе ду дену лукина, джита лукина, халабина, джамату джуэхту ношу. Джио Аллах еще чало, руку лоху найту, руку лоху джио. Эбит ли джита лону, ди гуану ли вшак, шин ахирати лалу бисина. Вочу холу аниману, бечу хабарка лалу, кирилу кошка, джигуло и кирилу. Я хочу попросить с моментом, когда случилось несчастье от андийца, убийство произошло, убили двоих. Весь андийский джамаат, начиная с гор и равнины, где-то километров 4 автобусы, машины заполнены. Никто никого не звал на перемирие. Услышали, что есть, идут джамаат на маслиат, и мы заехали в Махачкалу. Люди, которые жили в квартирах, со страхом выглядывали. И я слышал, когда я мимо проходил, что это за народ, что случилось, кто нападает на Дагестан. Вот настолько, вот когда говорят сегодня молодые андийцы, аварцы, я вам хочу сказать, андийцы знают и аварский язык,
но аварцы не знают английский язык. Так что, молодой, мы найдем тебе одну красивую, добротную, выберешь, на Америке тоже поженишься, я думаю. И весь этот джамаат, который нас видел, собрались там, что впервые это было. Такого не было в Махачкале, что такой колонны люди приезжали. А те времена были, когда недобрососедские происшествия много, воровали людей, похищали. И думали, наверное, на Дагестан нападение идет. Английский джамаат во всем Дагестане, Чечне, Ингушетии, наши предки славились теми аксакалами, которые мудро могли мирно, мирным разговором, милоточески объединяющие сердца, камень, который глыба камень, вода, который, вода ее точит. Поэтому чуть-чуть мягче нам надо быть, только лишь ради Всевышнего Аллаха. Дай Аллах всем тем, которые сюда пришли, гости именно. Почаще приходите на это мероприятие. Но, Ахмед Сагов, я попросил бы, мы действительно очень жаждуем принять участие в Ингушетии. Очень жаждуем и приедем туда с колонны, как вы приезжаете всегда на наши мероприятия. И пользуюсь моментом, всем, те, которые в этой мечети находятся, это касается чисто английскому джамаату. 4 июня, следующее воскресенье, в Хасаюке, в районе Архабаша, впервые в истории Дагестана будут скачки. Скачки везде они проходят. Это не удивишь никого. Но удивление то, что на этих скачках из 9 сел андийцев будут участвовать по одному аксакалу, кому 80 и за 80. Это будет сенсационно. Наши аксакалы, вы представьте себе сейчас, здесь вот наш аксакал, он садится на лошадь, а когда молодой дали подойти к лошади, боится. Этим аксакалам в историю войдет, что дадут пример молодым, что они еще не старые. Дай Аллах, чтобы мы никогда не забывали наших предков, те, которые Аллах себе забрал. Дай Аллах нашим аксакалам здоровья, чтобы мы без них не остались. Когда старшего нету, тогда мы только понимаем, что такое старшина. Старший – это барака. В любом деле это барака. Пользуюсь моментом, и будут скачки из 9 сел, андийских сел. Но как-то получается, что мы хотим показать всему Дагестану, что возле андийцев объединяйтесь. Потому что в андийцев осталось только андийское кайсу и андийские 9 сел на горном Дагестане. Вам баркала, дай Аллах здоровья. Почаще на таких маджлисах мы принимали участие. Аллах Акбар! Андийские сестры, самые трудные времена, они показали свое мужество, как говорится, свою отвагу и свою защиту Родины. Они на самом деле сестры, это те сестры, которые не дали погасить очаг нашей Родины. Альхамдулилла, в самые трудные военные времена это английские сестры, которые взяли в руки оружие, то есть, я извиняюсь, они защитили тех, кто взяли в руки оружие. Я никогда не забуду то высказывание одного английца, который сказал во время войны, чтобы те, которые с оружиями стояли и защищали нас, а о ком мы будем говорить мы? И медали они не приняли. Сказали, нам будет стыдно ходить перед нашими женщинами этими медалями. Аллаху Акбар. Уважаемые братья, что я хочу сказать по поводу этой мечети? Мне сказали, что здесь ушло 30 миллионов. Я не удивился этим. Потому что для английцев это всего лишь 30 миллионов. И это те деньги, которые дали ради Всевышнего Аллаха.
У нас все бывают такие моменты, что и недостатков финансов где-то работа останавливается. Ни один день постройки этой мечети из-за финансов остановлена не было. Альхамдулиллях. Пусть ваша жизнь пройдет без паузы. Без паузы ибадаты тоже. Аллаху амин. Пусть Аллах поможет. Уже время, да? Азан. Азан, пожалуйста. Если нет Мадина, Мухаммада попросим. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду алля мы не нашли эту дорогу, мы зашли в мечеть.
прежде чем хама сделает один поход и нам ухо говорит, после как намаз сделаете сразу ко мне. Никто нас не знает. Мы первый раз это всегда. Намаз закончили и начали нас тянуть. Пойдем в гости, потом говорит, мы опасны, нас ждут. Мы не можем, а по дороге человек что? Еле-еле уговорили. Я в машину сажусь. Я водителю говорю, машала, вот это горское гостеприимство у них до сих пор есть. Он говорит, ну знаешь, говорит, меня она уже чуть злит даже начала говорить. Из-за того, что не пускали, все тянули. Пусть это гостеприимство у нас никогда не уйдет. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Это гостеприимство на самом деле, уважаемые старшие наши аксакалы, молодые братья за 85, которые, я, это моя просьба для вас. Научите нашему поколению, молодому поколению, что такое гостеприимство. И, пожалуйста, вот, вот это клеймо гостеприимства у них надо поставить. Мы не хотим этого терять. К нам пришло это от вас. Вы научили нас. Вы сохранили от грязи нашу республику и нашу родину. Дайте воспитание вы нашему подрастающему поколению, что гостеприимство и защита родины – это самое ценное и самое то, что нужно для нашей республики. Сейчас я хочу предоставить слово председателю совета имамов Ботлевского района Ахмад Магомаев. Алятафал Дармашко. Аллаху Акбар. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья, уважаемые сестры, в первую очередь мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Всевышний Аллах дал нам сегодня собираться в такой прекрасной мечети. Если мы будем благодарить Всевышний Аллах непременно свои блага приумножит. Второй очередь я хочу поблагодарить тех людей, которые приняли участие в строительстве этого мечети, которые морально, материально помогали. В-третьих, дорогие братья, мечеть нас объединяет. Наше братство, наше единство, наша сплоченность – это показывает здесь мечети. Дай Аллах нашим джамаатам, чтобы Всевышний Аллах дал здоровье, счастье, благополучие всегда вот таких благородных мероприятий мы собирались, и наша сплоченность, братство показали именно вот здесь мечети. И вот сегодняшний вот этот маджлис, наши тысячи плохих маджлисов с него Всевышнего. Аль-хамду лилляхи раббиль аалямин. Аллаху акбар! В Ботлевском районе 9 английских сел, а председатель имама на русском выступил. Не зря сегодня у вас сказал, объединяется в кругодицу. Сейчас, уважаемые братья, я хочу предоставить слово. И еще один будет кульминационный момент сегодняшнего открытия мечети. Никто никуда не расходитесь, пожалуйста. Сейчас я хочу предоставить слово председателю совета имама Бабаюртовского района Мухаммад Расул Магомедов. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Алхамду лиллахи раббиль аалямин. Ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, аля сайдина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Амма баад, ассаламу алейкум. Рахматуллахи та'аля ва баракату. Уважаемые алимы, имамы, богословы, аксакалы, гости, джамаат данного села и района, я вас всех приветствую в таком баракатном маджлисе. Пусть Аллах та'аля сделает этот маджлис смывающим тысячи плохих маджлисов, чтобы Аллах та'аля простил грехи нашим умершим, чтобы Всевышний Аллах объединил наши сердца, укрепил братство, единство. Очень много хороших наставлений было предыдущим сказано. Я долго утомлять не буду, так как у меня в районе более 120 сел и разные селы. Поэтому я, наверное, на русском выступлю, могу на арабском тоже могу и на английском тоже. На английском почему могу, Алимхан знает. Я хочу вот пару моментов насчет именно этого джамаата. Вот
сильные джамааты, это джамаат. Валлах, вот с первых же дней, как я в это село приехал, я здесь никого не знал, очень тепло встречали во главе имама джамаата, и гостеприимство, и отношения. Несмотря на то, на какие-то тонкие моменты, вот бывает у ученых, имамов, алимов, какие-то свои тонкие моменты бывают, за которых сами вот, ответственны как бы перед Всевышним Аллахом. Несмотря на это, вот мы всегда с имамом бываем на связи. Любое время, когда я в это село прихожу, он меня вперед приглашает. И джамаат какой сильный. Вот я помню, в 2017 году здесь строилась мечеть. Вот эта мечеть начали строить 7 марта, закончили 22 мая. Вот представляете, месяц и чуть-чуть больше времени. За это время завершили мечеть полноценно, мы зашли, там и открытие делали, и маджлис тоже делали. Вот так, когда строят дом Аллаха, что-то касается религии, очень сильно объединяется этот джамаат. И вот, когда эта мечеть строилась тоже, я на связи бывал, приезжал несколько раз. Ни один день, кроме погоды и мастеров, больше помехи не было. Только вот помеха, если мастер не пришел, или там вот такой момент, или погода, там дождь и так далее. Остальные время весь джамаат работали. Конечно, много кто помогал. И это тоже, я считаю, это от Всевышнего Аллаха подарок этому джамаату. Ведь может Аллах, например, внушить это одному человеку, чтобы он построил все так же, как минарет сделал. Может один человек весь этот мечеть построить. Но Всевышний Аллах самим своим любимым рабам предоставляет такую возможность участвовать в таком строительстве мечети, так как в хадисе нам же предыдущие сказали, вот размером куропатки дома, если кто построит мечеть, Аллах ему в раю построит дом. И вот все, кто здесь, я уверен, один кирпич минимум здесь ставили. Дай Аллах, чтобы все эти люди, которые участвовали здесь, которые живут в этом селе и которые пришли на это мероприятие, Всевышний Аллах в судный день сказал, зайдите в этот мой дом и без спроса заходите в рай. Аминь, Аллах. Здесь много моментов можно рассказать. Вот я вот в многих местах, много же здесь рядом тоже селы, вот есть у нас английские селы, вот в этих селах, вот у нас в Пакистане, который сохранился такой хороший адат, это же книга Саид Ахмади пишет, вот когда человек умирает, это же самая тяжелая ноша, мать, отец умирает. У нас вот этот, а мать умер, человек бегает, ищет резать, садака, пакеты и так далее. Вот единственные нации, амбиции, которые в Дагестане сохранилась, вот это адат, когда человек умирает, соседи собираются, резко вот организовывают все четко, чтобы людей принимать, встречать, провожать. Вот эту ношу, большую ношу, которую вот на этом человеке, который умер отец, мать, вот этот груз снимается этого человека. Это единственные люди, которые на сегодняшний день, вот у кого сохранился этот адат. И мы по чуть-чуть, иншаллах, пример берем с этого. И у нас тоже это получается следует за вами. Дай Аллах Та'ала, чтобы эта мечеть послужила тому, чтобы она объединила нас всех, как сегодня здесь она объединила с разных сел, с разных городов, районов. Вот очень красивый мечеть построили за такую сумму, на такую сумму. Благодарность Всевышнему Аллаху будет, если мы сегодня, кто же проживает в этом селе, кто раньше ходил на один намаз, чтобы он взял на себя, я еще на один намаз буду ходить, этот мечеть. Кто не ходил на ночной намаз, чтобы он взял, дал себе слово, поставил на себя груз, жинда тацо хиргихун, дица цо как машкипа на базе Богу. Цо балезь кибу базе Богу. Посмотрите, такая мечеть, кто сюда зашел, отсюда
выйти даже не хочется. Настолько прекрасно, настолько все условия. Вот в Бабаютовском районе такой прекрасный, такой уютный, такой мечеть, нет, можно сказать. Поэтому те люди, которые помогли, поддержали, эти самые счастливые люди. И, иншаллах, мы тоже крайне благодарны Аллаху шукру хабун, жаны за цезабиля, Аллах от цезабизе, хинна зиму, тафик тлеги хам. Цойги, халаткан дитсе, эмир жу хаму, а дитсе, хинна бу, дитсе чу. Один момент тоже хотел я затронуть. Вот у нас молодежь, она чуть поздно созревает. Вот аксакалы предыдущие, которые говорили, вот 80-85 лет сейчас будут скакать на лошади, они вот такие крепкие были. Вот это достаточно для молодежи, какие они крепкие были. И в нужное время, когда от Всевышнего Аллаха было такое испытание, они это испытание прошли, но у них не было возможности учиться, у них не было возможности ходить в мечеть, у них не было возможности ходить. Ну, как-то учились, да, очень тяжело было. Очень тяжело было. Но наша молодежь чуть поздно созревает. Те времена, если посмотреть, посмотрите, Усама бин Заид 17 лет, когда было ему, он был предводителем большой войски, в котором был большие сподвижники, в котором были Абу Бакр и Умар. Чудас Аллах разыхел. Вот сейчас 17 лет, мой парень, если мы посмотрим вот наших детей, вот где они, что они делают? Мухаммад бин Фатих, завоеватель Константинополя. Так, таких примеров много можно провести. Человеку 15 лет исполнилось. Это человек, ответственный человек за свои слова, действия, за все он должен нести ответственность. Они во время пророка, во время имама Шамиля, когда их хазалат не пускали, они рвались туда, понимая эту ситуацию и востребованность. В наше время у нашей молодежи 25-30 лет даже нету такой понимания. Поэтому мы за это ответственны. Столько всего наши предки сделали. Вот 25 лет воевали. За 100 лет то, что невозможно, сделали наши предки. Чтобы чужой человек рукой не дотронулся, женщина прыгала английское кольцо оттуда вниз. Они нормально не кушали. Прошло много ритм. Целый день воевали с одного. Говорит, да, дорогой, сегодня он сухой, завтра в небе, раненые, без еды, без оружия. Вот так, в таком тяжести они нам передали эту религию. И мы вот такие слабые. Мы что делаем, чтобы наши дети были соблюдали, следовали духовно-нравственно, чтобы они воспитаны были. Вот с нас тоже будет, на нас ответственность будет, с нас будет спрос. Поэтому мы должны быть примером. В первую очередь, дай Аллах Та'ала нам тавфик, читать историю, тарих, соблюдать и учить наших детей. Аллах с баракатом и данный химатаги, Аллах с хабулом мажлис батаги, чагвезе баракатом шуахи зареги, хуарзу мунахуги чуреги, рахги, фитнаги, кталги, хабцинги нетхир, расия мусирухуги, хабхинамниги, ктуаги, хасху, хабрилухана, цимачуни, жанин, би халдуле халуха вазе цудаха вендурусинги кхун имаш исламаху бичжиги кхун вацты ху инхи цевих хараста хаду гитлини Аллах статуи тлеги. Ассаламу алейкум. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Уважаемые братья, сейчас мы здесь в строительстве мечети приняло очень много количества людей. У нас же не главное количество, сумму, какую человек выделил. У нас главное качество. Человек хоть сюда пришел и сказал, я бетерам Аллах. Ашки банух хизари. Это тот же человек, который принял участие в строительстве мечети. Но мы хотим выделить несколько людей, которые принимали основное и максимальное участие в строительстве этой мечети. Выражаем признательность. И искреннюю благодарность за ваш личный вклад на пути ислама, за высокий нрав и лучший пример. Пусть вашу доброту и щедрость примет Всевышний Аллах. Искренне желаю вам крепкого здоровья, помощи Всевышнего и дальнейших успехов во всех начинаниях. Благодарность вручает председатель Совета имама Бабаютовского района Мухаммад Расул Магомедов от Муфтията Республики Дагестан и от Совета
Алима Бабаютовского района. Благодарность вручается Курбанову Юнусу, самому молодому, который сегодня сидит здесь. Курбанов Юнус, пожалуйста. Хаучес, хабулек урген, машкита шуги, ахюн, хуан, цингитсехон, асубуге брак, пункте, рочи, исламу дехун, машкита дехун, они гурги, цугива, когда же уже до сих пор шипшала. Аллах стеклей, теги, хасу, цу анцу, бут эл, да са цу бут айге, ебина дехун, исламу дехун, машкита дехун, рочи. Аллаху Акбар! Благодарность и харам. Вручается сердце, кто участвовал с ним. Так, имам, пожалуйста, с той стороны подойдите, да, фотографию обязательно, пожалуйста. Благодарность вручается от муфтията Республики Дагестан Нажмудинову Юсупу Тимирхановичу. Аллаху Акбар. Благодарность вручает председатель совета имама Бабаютовского района, вручает Коран наш уважаемый имам села Хамад. Фотографию, пожалуйста. Совет имама Бабаютовского района выражает благодарность Абакарову Насруле Садулаевичу, рахималлах. Попросили бы его сыну пройти вперед. Есть сын. Аллаху Акбар. Уважаемые братья, сыновья Насулы, пусть Всевышний Аллах примет все то, что мы сделали ради Всевышнего Аллаха. Пусть Аллах простит грехи вашему отцу за этот достойный поступок, который вы сделали и исполнили намерение вашего отца. Благодарность вручается Байтимирову Мухаммаду Шарбановичу. Байтимирову Мухаммад Шарбанович. Аллаху Акбар. Благодарность вручается Асуеву Али Умаровичу. Благодарственное письмо вручает председатель совета имама Бабаютовского района. Коран вручает имам Селения Мухаммад. Благодарность вручается имам Мирзаеву Арзулуму Гаджиевичу. Благодарственное письмо вручает председатель совета имама Бабаютовского района. Коран вручает имам Селения. Благодарственное письмо вручается Муратбекову Муратбеку Устархановичу. Сейчас я вам говорю, что будет один из кульминационных моментов сегодняшнего открытия мечети. Я вам вначале говорю, что открытие мечети, пусть она послужит
радостью пророка, алейхиссалату вассалям, довольство Всевышнего Аллаха. А что я хочу сам подчеркнуть, уважаемые мои братья? Я хочу подчеркнуть то, что чтобы обрадовать пророка, сделали колоссальную работу в этой мечети. Но мы хотим обрадовать этого человека, который основное активное участие, как у прораба, и ответственным человеком был за строительство мечети, мы его хотим, знаете, чем обрадовать? Благодарственное письмо Мавлудинову Забору Хамидовичу. Он говорил мне, не давайте, здесь очень много, мы его еле уговорили сюда зайти. Остальные, кто ему помогал, он же знает, но он сам даст благодарность. А лучшей благодарности что будет этим ребятам, которые строили печать? Путевка на Малый Хадж вручается Мавлудинову Забиру Хамидовичу за активное участие в строительстве этой мечети. Брат Забур, дуаду аманат всем тем братьям, кто принимал участие в строительстве этой мечети. Аллах сухи и забеги, Аллах мунхидивач ар-адинан, хам машкидван аварад вохизор адинан, мун мадина хилдат хандашшан амахай, Аллах аварад вохизор ар-тунгиватайги. Тенги, Каха бихрам билет он кхабай ада инагон лабайк Аллахумма лабайк лабайк ла шарика лака лабайк инсалдагон хатам каха бихрам адынан муназда сават садагиахон Аллахас мур ухури аратун гиватеги дуде дуаку амадад хириавац Аллахас хаднан машкида цугицу гирази дуе тафтикхеги кида бурухум гихуд агей Аллах ке авада гирази брюгу гитхуну хизари гихуд Аллахума амин. И чтоб в следующий раз, чтоб нас в этом хватане приняли, чтобы хорошо приняли, гостеприимство, чтобы за высший класс было, и чтобы не было этого человека, сюда больше не пускайте, он мне слова не дал, я хочу дать слово имаму этой мечети. Мухаммад Хаджи, валя дахал на мешкуля. Бисмиллах, альхамдулиллахи, вассаляту вассаляму аляму аляму намия дару. Дорогие гости, уважаемые гостичане, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Все, что можно было, уже все сказали. Я лично Аллаху буду говорить кратко. Когда соберет Аллах нас так же, как сегодня собрал нас здесь, возле хаузы Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, да оживит Аллах в наших сердцах любовь к ансару и мухаджиру. Сейчас про эту любовь рассказать, конечно, у нас цивильный тоже пойдет, если будем рассказывать, как они друг друга любили. Этого нам на самом деле на сегодняшний день то, что не хватает. И хочу кратко сказать еще пару человек, которые здесь были. Вот Заур, да, здесь Альхамдулилля помогали очень многие. Но самые такие активные здесь ребята были Заур, Раджан. Еще больше кого-то еще не было попрошу, не обижаться, но эти ребята, валлах и азим, свои дела они оставляли, приходили сюда, все, что необходимо сделать. У них дома своя скотина, откорм, коровы, это очень путанская жизнь. Они за этим не смотрели. Они именно были заняты этим печатью. Таваза за это Аллах им аджан. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. منصور وكيد الله تعباب الله ترخي بي وحبيب ريد أخر الليل أو أهل قبلاء أينما كانوا الله تنسسوني بالله عز السلام ليه العلوم تقولي برا قلبي خلق من رخي لخلق أجي كوكزا في الخلق كل بيد وصورة بأهل كي كانوا إسلام أخوه من بقت وبقى أجي ملات العمير من إكسادة إسلام دينية تخلق على صورة خلق أجي سوى تسليج يخلق أخوة سيكون الله من رزي الخلق هريجي قبول هدیه داد، آنیش خود داد، حالا از آخر خود نجات میگی، حالا در خیز من آخر وگی خود همین نجات جواب موجب دعوت، نجات آخر کو پتر و قطر و آخر، آب و مادو حافظ رسول جماعت، هر زمان داری خود آفت است 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 صلاه دستون رب العالمین، علم نفرگی خود متعلق زمین، عباد دین دی خود خیلی هری، دنیا دست بیش و آخرت آجوان، اسلام تو عادت آن کوزه بیچگی، این کنترل خویت آخرت دشون. خلاص خیلی سر نجیرو از یاد سال خاص تو رفتار پیدا کرد اومو الله کی نزد ما نهاد چونه
من رزیه به ما کوزی توفیق کن تا ویلی احی رسول اهلی رچه به بیخین و خیمه قموم و ایمان رکی تون هدایت هره هره دیجه دستم جواب دو دستم تا ایم هره الله من رزیه خیمون رزیه دور هیچ اجابا جواب استید را چکل خون یه دستم تونین امین الحمدلله و العالمین و هم سلام سیدیم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب والخاتم المصري كامل حاجة После твоего дуа, мы думаем, что ты тоже конкурентно мирабин на имама, на это где-то. Саляму на саляму на джамиле Абьяму, на Абьяму, саляму на малайкату, на мухараби, на шуадай, на саляму, на хабдилай, на караби, на хуазам, на шатам, на раджим, ассаляму, на рахмату, на рахим, имна рахмату, на лахи, палиму, на минам, на сене, ассаляму алейка, на ихан, на бию, на рахмату, на баракату. Уважаемые братья, мы знаем, что у нас какое-то плачевное состояние в нашей стране. Наши братья сегодня находятся за пределами нашей Родины, защищают нашу Родину. Пусть Аллах живыми и здоровыми вернет их обратно к нам домой. Пусть Аллах простит грехи тем, кто ушел от нас. Пусть в кратчайшем сроке завершится война и в нашу пользу пусть завершится война. И пусть Аллах всегда настроит мирное небо над головой. Пусть факт благого здоровья и богобоязненности всегда порхает над нашей историей. Нам дальше Кавказом. Аллаху аминь. Сейчас я хочу попросить сделать дуа нашему уважаемому гостю, нашему брату Ахмад Сагу. Аллаху аминь. Сейчас будет два кульминационных момента. И после второго будет третий тоже. Первый будет делать намаз, один из кульминационных моментов, самый фарс. Второй мой самый хороший момент это кушать. И после этого будет зикру тоже. На улице же, да? А здесь в мечети будет зикру тоже. Пусть Всевышний Аллах примет наше сегодняшнее мероприятие. Пусть это мероприятие послужит причиной избавления нас от бед и болезней. Пусть она послужит причиной прощения грехов всех тех, кто ушел от нас, и улучшит нравы и богобоязненность всех тех, кто присутствует на этом мероприятии, и не только. Пусть Аллах укрепит между нами братские узы. Желаю всем мира, добра и благополучия в обоих мирах. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Вот там рехи бен. Вот там рехи бен. Вот там рехи бен. Вот там рехи бен. Allah ocho do itlanjide obo qadir qadir qadire va un bo ya islam ikoro klas islam holla tu hol qadir qadir tu hol tu sugu va ni tu tu ta hiç ninja vaso no je tas mero priatel tas elchi mero priatel os ta tigo chara su tan hede do vet aha hosti hakale hosti badre ya do inno ta inno ter hakos hakos ede inja no sako tu sugu ko hakida ko men no ho 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 ومن ذكرهم أون ثنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وظلي لديكم وعيزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقاصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايب بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنثنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي ولحسن ظني به قربتي بربي وحاسبي به يا غلام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايب بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنثنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام عسى الله يا شفيع ولل السدود بوصل الحبائب وفاك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايب بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنثنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايب بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنثنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام ومن ذكرهم أنثنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وظلي لديكم وعيزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم
وحزمي وقاصدي إليكم دوام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحايب بنايا كرام. ومن ذكرهم أنسنا في الظلام.